Британский принц Уильям и герцогиня Кэтрин поучились готовить шоколад традиционным способом в Белизе. Так издавна его делают коренные жители. Процесс начинается с измельчения какао-бобов. Их растирают на специальном каменном инструменте. Супруги приехали с визитом в Белиз в рамках турне по странам Карибского бассейна. Это первое с начала пандемии совместное путешествие монаршей четы за рубеж. Правда, поездку едва не отменили. Жители деревни, где планировали побывать супруги, устроили протест против визита принца Уильяма. Монархи все же прилетели в Белиз, но посетили другие деревни. Они также побывали в общине коренных жителей Гарифуна, потомков карибов. Уильям и Кейт поучились их традиционным танцам. Герцог и герцогиня также побывают в национальном заповеднике Чикибу. После Белиза посетят Ямайку и Багамы. В общей сложности турне продлится неделю. Поездка приурочена к празднованию платинового юбилея Елизаветы II. Белиз, Ямайка и Багамские острова входят в Британское Содружество Наций. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.